Доброе утро, друзья, я Денис Разумный, Акадик. Сегодня иду делать новую татуировку. Мое лицо совершенно не опухшее, просто очень рано. Рано-рано утро сейчас и суббота. Попытаюсь снять, как все будет происходить. Возможно, вам будет интересно. Расскажу, какие были ощущения. Ну что, посмотрим. Если честно, меня часто посещают мысли об обновлении, о доделке своих тату. Очень мне эта тема близка. Но очень щепетильный вопрос по поводу мастера. Сегодня я иду к мастеру, с которым никогда до этого не работал, не сотрудничал. Но он супер крутой профессионал, очень известный в Москве мастер. У него свои салоны. И о своих впечатлениях я с вами поделюсь. А вдруг кому-то понравится это видео, и кто-то тоже захочет это сделать, повторить за мной. Я думаю, что координаты мастера я оставлю под этим видео. Вы сможете к нему тоже сходить. Пока будем смотреть. Ребят, посмотрите, какой у нас охуенный кофе здесь. В прямом смысле слова. Вот такой человечек делает художник. Вы можете написать ей, откуда она берет идеи. Она вам ответит. Сходите за таким охуенным кофе. Сюда. О! Хуй. Хуй. Вот, ребят, идет подготовка. Процесс подготовительный в этом замечательном месте у Владимира Ермака сейчас будет твориться красота. Не можешь больше, главное этого очень захотеть. Ты сможешь больше, это доказано, всему свое время. Ты можешь больше, главное только не перегореть. Ты сможешь больше, это доказано, верь мне. Почти готовы к процессу. Мои две полоски превращаются в нарезанную останкинскую колбасу. Посмотрите, как это выглядит на эскизе. И скоро будет выглядеть. Но это не точно. Да нет, точно. Ты можешь больше, главное этого очень захотеть. Ты сможешь больше, это доказано, всему свое время. Ты можешь больше, главное только не перегореть. Ты сможешь больше, это доказано, верь мне. Главное этого очень захотеть. Ты сможешь больше. Друзья, вот и закончили мы делать татуировку. Вот он результат. Замечательно у нас все получилось. Здесь, в салоне Владимира Ермака. Прекрасная атмосфера. Приходите и сделайте себе то, о чем вы давно мечтали.